Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. Сегодня суббота, 13 февраля, и это видео будет посвящено распаковке посылок, как китайских, так и тех, которые отправили вы. Ох, и славная в этом году выдалась зима. Лопата с моторчиком. Удобно. Иду сейчас на почту забирать посылки. Смотрите, какая красота. Это все за одну ночь намело. Забрал посылки. Не одну, а несколько. Но одна особенно примечательна тем, что она не поместилась в рюкзак. Даже не знаю, что бы это такое могло быть. Как вы думаете? Автомобилистам, которые сегодня решили куда-то поехать, я не завидую. Во-первых, надо сколько времени потратить, чтобы откопать машину или откопать ворота гаража. Ох, какой ветер! А во-вторых, скользко, скользко, заносы, дороги не чищены. О, трактор пошел. Я тут у себя снег маленько раскопал перед выходом, но уже заметает тропинку, чтобы пешеходам можно было ходить, и выход к дороге на всякий случай. А вот так выглядит москвич в снегу. Скоро превратится в сугроб. И смотрите, какой бархан намело на навесе. Там, наверное, метр высоты. Интересно, получится его. Фу. Да, не съезжает. Ну вот, так хоть немного, но все же нагрузка будет поменьше. А то еще сложится навес под такой тяжестью. Хорошо бы еще и крышу почистить, но туда я просто не дотянусь. Давайте, наконец, займемся распаковкой и начнем, конечно, с очевидного. Да, это руль, который я заказал для Днепра. Надо сейчас аккуратно вскрыть упаковку, чтобы не поцарапать хром. Я заказал именно в хромированном варианте, хотя был там и черный матовый. Если помните, для Урала я делал руль самодельный. Покупал китайский велосипедный, резал его и сварил из 5 частей. Кто не видел, сейчас в уголке экрана появится подсказочка на это видео. Руль получился в целом неплохой, удобный, но когда я ехал на Байкал, когда потом ехали по Монголии, когда ехали по дорогам Казахстана, на всех этих ямах и ухабах я постоянно переживал, как там себя чувствуют сварные швы. Чудом, чудом он выдержал поездку и не лопнул. А представляете, каково это, если ты посреди дороги остался без руля? Ну, допустим, половина руля отвалилась, как дальше ехать? Поэтому на Днепр я решил заказать уже руль цельный. Да, возможно, он тоже китайский. Может быть, здесь не самая толстая труба. Труба, кстати, 22 мм. Все переключатели и все рукоятки у меня именно под 22. На это я рассчитывал изначально. Упаковано, как видим, неплохо. Это цельная трубка, теплоизоляция. Китайцы молодцы, постарались. И даже какие-то пластиковые заглушки стоят. Сейчас попробую трубу эту снять.
кто любит звук пенопласта, наслаждайтесь. Кто не любит, выключайте звук. Ну что тут скажешь, я этот руль внимательно со всех сторон осмотрел и остался доволен. Довольно аккуратно согнут, нет повреждений трубы, нет замятий, геометрия правильная, все углы совпадают, никуда его не увело. Блестящий хром, что немаловажно. Иногда бывает на плохо подготовленную поверхность наносят гальваническое покрытие, и оно не блестит, ну вот как на головках. Здесь же все отлично. На торцах видим пластиковые заглушки. А толщина трубы здесь какая серьезная. 2 миллиметра. 2 миллиметра. В районе рукояток 22 миллиметра диаметр. И подстойки рулевые также 22. Никаких утолщений здесь нет. Это надо учитывать. В стандартные ураловские стойки этот руль не станет. Надо либо точить тюнинговые, либо опять же заказывать. Я заказал алюминиевые, они где-то сейчас еще едут. Конфигурации рулей, выпускаемых сейчас китайцами, самые разнообразные. Есть прямые, есть рогатые, есть пошире, есть поуже. Тут уж каждый выбирает под себя. Что же касается производителя, то я бы рекомендовал. Ссылку на этот руль я оставлю в описании. Ну а мы с вами перейдем к дальнейшей распаковке. Следующая у нас на очереди посылочка от Юриса. Всем привет! От Юриса с канала Юрис Тревел из Латвии. Латвии? Да, Латвии. Латвийская почта. Я ничего не перепутал в этот раз. Вскрываем. Ох, это свечи. Это, братцы, иридиевые свечи. NGK. На них по-русски написано «Свеча зажигания, сделана в Японии». А маркировочка BPR7HIX Иридиум с тоненьким-тоненьким электродом. Пара свечек как раз к сезону укомплектовать днепровский двигатель. Спасибо. Следующая посылка тоже от нашего старого друга. Это Сергей из города Бремен, Германия. И знаете, что меня удивляет? На этой посылке нет белорусского почтового скотча и нет привычной уже этикетки «Вскрыто по требованию таможни». Даже удивительно. Видимо, она хорошо просветилась на рентгене. И ее решили не открывать. Что же это? Вау! А что это? А, это хомуты. Мне сначала показалось, что поршневые кольца. Это классные хомуты из нержавейки разных размеров. Спасибо. Вещь. Вау! В прошлый раз, когда я получил похожую посылку, там было множество различного крепежа. И вот тогда таможня вскрыла все. Разрезала каждый пакетик, и я подозреваю, что каждую гайку проверили на соответствие металлов. Вдруг контрабанда какая-то. А здесь и хомутики, и уплотнительные резинки, и медные кольца самых разных размеров. Резиновые колечки тоже разнообразнейшие, от самых маленьких до довольно больших. Вюрт. Это какой-то нож. Какой-то хитрый нож, чтобы что-то резать. Распакуем с помощью обычного ножа. Даже интересно, что им таким режется. Может, прокладки какие-то? Резина? Вау! Да не может быть! Из Германии
мне приехали стекляшки стояночных огней автомобиля «Москвич» АЗЛК 2140. Это просто фантастика. Сделано в СССР. Да ты что? Вот откуда? Откуда они в Германии, в Бремене? Винтики крепежа. Фантастика. Новенькие. Даже руками трогать страшно, чтобы не затереть, не зацарапать. Вернем обратно. Что здесь? О, класс! Это резьбовой фиксатор. Два таких тюбика у меня уже есть. Я ими пользуюсь активно. Но еще ни один не израсходовался. Вюрт. Синенький. Супер. Еще хомутики и клеммы. Это, видимо, аккумуляторные клеммы новые. Обалдеть. Спасибо. Очень-очень много действительно полезных вещей, но вот от этого я в шоке. И, наконец, еще одна посылочка приехала к нам издалека, из Ханты-Мансийского автономного округа, город Урай, отправитель Романенко Дмитрий. В отметках о содержимом указано коротко «запчасти». Остается только догадываться, кому сейчас повезет – Днепру, Уралу или Москвичу. Там что-то есть. А, здесь адрес, который продублировали потом на накладной СДЭК. Очень тщательно упаковано. Письмо. С него и начнем. Привет, Санчо. Поздравляю вас с наступившими праздниками. Желаю вам крепкого здоровья, солнечной погоды и творческого вдохновения. У тебя очень интересный, грамотный контент. Спасибо. Думаю, тебе пригодится этот небольшой подарок для твоего проекта, и его дальнейшая реализация для тебя не будет проблемой. Удачи в твоей деятельности. С уважением, подписчик Дмитрий. Заинтриговал. Судя по картинке, на коробке, которая открылась под письмом, это как-то связано с мотосветом. Но что именно там? А может и не светом. А может и не светом. С какой стороны это открывается вообще? Мото Санчо. А может, эта коробка вообще никак не связана с содержимым? А нет, связана. Это рукоятки. Это гидравлика на передний тормоз. Классно. И это механика на сцепление. Здорово. Такой агрессивный дизайн. Есть регулировки положения ручек. Классно. Для какого-то заряженного мотоцикла просится. Возможно, под тот Днепр, который у меня планируется с максимальной возможной мощностью. Ему, думаю, будут эти ручки как раз. Спасибо, спасибо. Шикарный подарок. Что же, посылки на этом закончились. Не устаю повторять. Огромное вам, братцы, спасибо за вашу поддержку и ваше участие в проектах, которые, получается, мы с вами строим вместе. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.